Thank you.
Что вы аплодировали студентам и выпускникам военмеха? Да-да, именно они решили сегодняшний наш 85-летний юбилей начать с песни о нашем родном, любимом, гордом военмехе. С днем рождения, военмех! Ректор Балтийского государственного технического университета военмех имени маршала Советского Союза Устинова Медфедча. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Григорий Владимирович Трубников. Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Вячеславович Демидов. Славный военмех, сила нашей мощи. Министерство образования и науки Российской Федерации традиционно и по уставу, по положению опекает и координирует всех тех, кто занимается гражданской наукой. Но как я рад здесь, был рад и очень рад вообще, что меня сюда позвали, что у меня возможность такая побывать с вами здесь сегодня на этом празднике. Как я рад, что мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот прохаживаясь по коридорам, по кафедрам этого славного университета, невольно ощущаешь себя, как будто находишься в Георгиевском зале Кремля. Портреты, люди, которые здесь работали, которые являются выпускниками этого славного университета, действительно создали ядерный щит нашей страны, ядерный ракетный щит нашей страны. Уважаемый Константин Михайлович, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я от всей души поздравляю вас с этим праздником, с этим юбилеем. Для меня огромная честь, огромное удовольствие находиться здесь сегодня с вами, разделить радость этого праздника. И, ну вот, вы знаете, наш президент говорит, что стратегия научно-технологического развития страны и стратегия национальной безопасности – это документы одного уровня, это уровень государства. Вот в вашем вузе, в вашем университете сплав науки и обороноспособности, наверное, идеальный идеальный пример такой вузовской науки. Науки двойного назначения, науки, обеспечивающей национальную безопасность. Я вас поздравляю с этим праздником, я желаю вам процветания, я желаю вам талантливых студентов, желаю, чтобы ваши выпускники пополняли ряды самых престижных конструкторских бюро, чтобы они работали, чтобы они всегда были востребованы, чтобы они работали на самых лучших наших российских предприятиях, но при этом, чтобы никогда не, чтобы они не были причастны к моменту, когда нужно будет нажать вот эту кнопку, и чтобы они обеспечивали щит нашей страны таким образом, чтобы ни у кого в мире тоже не было повода и вообще даже мысли воспользоваться, зная, что в Российской Федерации выпускники военмеха обеспечивает самым достойным образом мир не только для нашего государства, но и для всего глобального мира. Еще раз с праздником поздравляю вас и поклон вам, в первую очередь, преподаватели, педагоги, за ваш труд и за ваших выпускников. Спасибо и еще раз с праздником. Дорогие друзья! От лица ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области хочу поздравить замечательный военмех. Это вуз реальных ученых, вуз студентов, которые потом держат удар для всей страны на многих направлениях и во многих КБ. Конечно же, вот многие ректоры по-хорошему завидуют Константину Михайловичу, потому что вуз, где сосредоточена такая наука и где, в общем-то, столь
адресные конкретные задачи в будущем моего выпускников. Это все конкретно и очень значимо для всей страны. Не могу не сказать, что для абитуриентов или тех, кто еще хочет пойти в военмех, вот, ну, может быть, шуточное, и слава богу, что шуточное, вот, недавно прочитал вот такой, ну, может быть, афоризм, когда один из собеседников спрашивает, вот, вы бы хотели бы попасть в Америку? Ответ, да, хочу. Пожалуйста, научитесь делать ракеты. Вот, и должен сказать, что, конечно же, для вашего замечательного вуза все пожелания от всех коллег-ректоров и в добрый путь. Поздравляем! Спасибо за поздравления, прозвучавшие в наш адрес. Ну, я еще раз хочу поздравить всех собравшихся в зале. Я уже поздравлял в начале торжественной части. Сейчас бы хотел добавить, что военмех действительно обладает огромным научным потенциалом, административным потенциалом. Выпускники военмеха достаточно успешны во всех сферах. Но сейчас вас ждет прекрасный концерт. И во всех сферах выпускники военмеха проявляют себя, в том числе и в концертной сфере. Вот в этом зале впервые в Ленинграде возник русский рок. Здесь когда-то был первый рок-ансамбль «Аргонавты». Потом рок-ансамбль «Зеленый». У нас сейчас идет студия вокальная, которая работает под руководством специалиста из Мариинского театра. И мы гордимся, что военмех не только отличается учебой, воспитанием, формированием личности, и огромный пласт культурной жизни содержится в военмехе. Еще раз поздравляю вас с праздником, в добрый путь, военмех. Спасибо. Спасибо большое. Можно попросить вас вручить награды лучшим студентам 2017 года.